Всем привет! Сегодня у нас самая страшная история в Roblox. Поехали! У меня джетпак! Да-да, я тоже так ждал. Так долго ждал. История на русский? Хорошо, дети, в честь того, что мы все здесь собрались, хочу услышать страшную историю. О, наконец-то на русский. А что если эта история проклята? По-английски? Кто бы говорил? Все равно я ничего не знаю. Может, вы по-русски лучше будете говорить? Мне так больше нравится. А что он такой злой? А ладно, это перепомню. О, мистер куратор, что случилось? Просто хотел сказать, что у нас притекли контейнеры с водой. Вон там. У нас больше нет воды. Что нам теперь делать? У нас нет воды. Ты перебил меня. Надеюсь, ты меня не обманул. Ведь иначе ты пойдешь на корм животным. Что? Я сюда больше не приду. Кажется, у нас проблемы. Еще не делайте ничего глупого, пока меня нет. Я ответственный за вас. Куда он пошел? А почему вы больше не его? Я надеюсь, что он вскоре вернется. О нет! Что, сейчас шторм, бежим! Ай, больно! Почему я горю? Так. Нет! Там какой-то чуть-чуть. А что с подписчиком? Он просто тут стоит. Что там за... Что? Просто стоит со светильником. Куда бежать-то? Пожалуйста, только не волки, я не могу, не сейчас. Кто-нибудь играл, подскажите, как мне ее играть? Вот он вернулся. Ой. Какого черта здесь произошло? Сэр, мне было так страшно, было крики и огонь. Я могу. Привет. Я больше не хочу здесь ночевать. А что это с ним? Ой. Что у него за лицо такое? Страшно. Меня атаковали волки. У вас мотор сломался. Где? Автобусы? Куда он пошел? А, вон. В цирк, ну да, так и называется. Почему двигатель не издает ни звука? О, да, он сломался. Он поджарил двигатель. Что мы будем делать теперь? Ну, я увидел цирк вдалеке, мы можем там укрыться. Он всех кушает людей. Ах, Геймс. Ах, Геймс. О, мы так крадемся, тихо. Тут ходят волки, поэтому будьте осторожны. Я боюсь, что если вы потеряетесь, вы умрете. Новенький. Это он, да, людей кушает? Ладно, пошлите. Давай подсказывай, что делать. А, они уже все ушли, пока он тут. Будьте осторожны, я буду... Что? Что с деревьями? Они такие злые. В цирке. Ой, тут мухи. Там капканы. Ага, понял. Только не ухудшайте ситуацию, наступая на эти капканы. Вот, ну бег пока. А, нет, ух, нет! Подписчик попался, теперь... Не наступайте на них, а то придут волки. Бежим! Ах ты, как ты мог... Попался на капкан, а теперь они тут... Ой, улей упал возле меня. А, меня пчелы кусают! Давайте, там водопад находится, прямо за этим холмом. Я ничего не вижу. Мост! А! Мост сломался! О, нет! Что происходит? Я ничего не вижу. Я испугался до смерти, сэр. Ребята, прыгайте сюда, водопад находится прямо здесь. Там паркур. Я уже вижу. Есть, мы... Теперь нам нужно перейти его. У Games 1 ссылка на профиль есть в описании, тоже есть в описании. Я не подведу вас, сэр. Блин, я не хочу упасть.
Он такой сильный чтение. Круто. Там будет и наш череп. Он такой позвал. Дерево, не шипи. Волки где-то есть. Тут. Надо идти на дерево. Ой, тут столько крови. 15 секунд. Сиди. Волки снизу. Они хотят сюда залезть. Не прыгай. Фу. Я видимо. Ничего делать. Там столько крови. Да, страшная история. Они ждут, пока я встану. Он в кустике спрятался, да? Понятно. После игры в друзья добавлю. Там волк один ушел. Так, горизонт чист, пойдемте. Там один волк же внизу! Ай, ну ладно. Ура, мы наконец-то пришли в цирк. Наверное, вы хотите пить, поэтому я куплю вам лимонад. Ребята, я же занят сейчас, я не могу оценить его. Боксикола, пожалуйста. Приветики, приветики. У нас так много боксикола. Приятного вам шоу, сэр. Спасибо. О, боксикола. Боксикола неплохие. Мне пить это? Или это отравлено? Добро пожаловать. Та-дам. Я внизу. Сейчас я подумаю. Хи-хи-хи. Начнется на шоу. Мальчики, девочки, единственным в своем роде. Бо-бо! Пушка! Разве не весело? Насчет три. Три. Он кушает людей. Два. Пошел! Ой, пушку взорвал. Вот. Точно. Ахахахаха. Не. Ты странный. Здорово. Это был взрывной номер. Не переживайте. Бобо, все в порядке. Мы профессионалы. Такие. Девочка, она упала вниз и погибла. Да, очень смешно. Черт, больше никто не остался. Хе-хе-хе. Остался игрока. Так что шоу проходит так замечательно. Да, всего лишь одна девочка погибла. Ого, ребята, вы отлично смотрите. Да и что? Следующий номер. Должны исполнить. Перепрыгнуть через эти огненные кольца? Вы издеваетесь? Не поторопитесь, если вы не хотите поджариться. Похуй, похуй. Я горю! Там еще один. Это было удивительно, представляю. У меня лишь половина хп. Нет, ну, давайте охладимся. Ой. Нужно выбраться из аквариума, пока до вас не добралась вода. Удачи! Спасибо! Медуза? Что за медуза?
Помидулам, помидулам, все. Выбрысь. Я больше не хочу быть в цирке. Удивительно. Вы, наверное, устали и проголодались. Сейчас будет страшно, давайте я угощу вас моим любимым десертом. Ага. Что за десерт? Это что, пирог? Ты угадал. Будьте осторожны. И больно тебя. Получай сюда вот. Все? Ай! Пироги везде! Бежим! Ай! Ай! Красным горит! Ух, я валяюсь. Ау! Это невозможно! Все. Куда это мы попали? С вами все в порядке, кажется. Вы съели слишком много десерта. Что со мной? Ой, он слишком злой, смотрите. У него лицо, он кого-то ест там. Они кого-то съели. Они съели. Свежие. А, это тот мальчик. И тот дядя. Они их съели. Маленького мальчика. Мы в тюрьме. Вы такие мне дороги. Вы так мне дороги. Мои сладкие. Прыгай. Прыгай. Дорогие. Я прыгаю. Здесь вы будете в безопасности. Чтобы выбраться. А, прыгаю, прыгаю. О, бедный мальчик, он не усил. Только если вы не захотите играть со мной. Тогда я пожелал вам смерти. Иногда мертвые лучше. Но я люблю вас. Очень. Очень. Люблю. Ну, съел. Конфетка. А прыгаю? Я не хочу умирать. Я постоянно прыгаю, я не знаю, что делать. Чтобы сбежать, нам нужен ключ стражника. А, мальчик еще жив. А вот... Мальчик жив, а вот тут дядя не жив. Меня откройте-то! Ух, спасибо. Ой, что это за чучело? Спасибо. Не проблем. Нам нужно спрятаться, пока он не проснулся. Куда нам спрятаться? Я не знаю. Нам нужно найти места, где можно спрятаться. Я ничего не вижу вообще. Ой, тут, чтобы голову отрубить есть. А поможешь кое-что? Эй, я нашел лестницу с помощью него. Можно спрятаться на... Я тоже тут. Замечательная идея. Да, довольно страшно. Я не могу сделать троллицу только от первого. Что ты делаешь? Там нельзя оставляться на лестнице. Он заметит, что мы пропали. Надо выбраться отсюда. Кстати, игра на стене. Что за... О, нет! Проснулся, что нам делать? Возьми пилу. Где? Крови. Тут пальцы вырывали, что ли? Зеленый мешок? Я за мешок. В столе? Может, мы можем... Значит, мешок. Там внизу тигр. Страшный. И у меня кратенько погонит. Давай, режь. Ой, прям на него, кажется, упал. Да, прям на него, прям на клоун. Я надеюсь, он умер. Зайдите к мешку. Да, он уже все сделал. Да, клоун умер. Да, вот мы его прибили. Что это было? Ребенок, вытащи меня отсюда. Зачем? Я был строителем парка. Нам помог? Вот это, да? Да, вот он. Хорошо знаю эту местность. Пожалуйста. Вытащите меня отсюда. Хотя бы убейте меня, чтобы я не страдал. Я не думаю, что нам стоит его убивать. А, тут тигр стоит. Спасибо, приятель. Покажи нам выход. Да, я сейчас покажу. Просто дайте секунду отдышаться. Ой.
Что-то как-то это... Хорошо, я готов. Ой. Трое нас. Зачем ты скрипишь? Дом, дом, милый дом. Вообще ничего не изменилось. Я здесь работал перед тем, как меня похитили. Вот этот. Что у вас произошло? Алло, алло. Я слушаю, что произошло? Нас преследуют убийцы. Сейчас вас поймает тот человек. Кстати, внутри. Убедитесь, что двери закрыты. Отряд спецназа уже в пути. А в дверь мы закрыли, нам нужно срочно забаррикадировать хижину. Я замерзаю. Камин нужен. Закройте двери диван. Не за... Будьте забаррикадировать эту дверь. Так точно. Давайте, толкаем. Все. Не работает. Он пробрался. Вот кул. Они его, кажется, ударили. Ха-ха-ха-ха-ха. Нет! Он нас всех связал. Мы связаны. Твой дом. Твой дом. Кому-то из вас не повезет. Нет, он на меня смотрит. Это просто гений. Кому не повезло? Не оставляй меня в выборах, но как есть сейчас. Нет, меня взял! Освободилась, бегите. Я же застрял. Спасибо, Господи, бежим. Сюда. О, он меня чуть-чуть поел. Он взял меня в руки и жевал. Двери. Я тут, что он хочет сделать? У него нет одного глаза. Тук-тук! Бежим! Ваша плоть принадлежит мне! Сочные дети! Плохая концовка? А вот и вы! Куда идти? Военные. Ляму! Пишите! Сюда? Сюда? Грузовик? Какой грузовик? Почему я падаю постоянно? Где он? Так, вот я вышел из дома. Иду только прямо. Я никакого грузовика не вижу. Ты не успел.
Я куда-то дальше пошел. Смешная концовка. Он убил этого. Что ж, наверное, вы думаете, что произошло дальше? Опа, закрыли мой цирк. Чтобы снять этот стрим, я потратил 70 робоксов для вас. Мне не жалко. Что произошло со мной, я стал ночной знаменитостью. У меня даже есть фанаты. Самая страшная, самая дурацкая игра, которую я когда-либо играл. Ребята, желаю вам победить в этой игре. На сегодня хватит. Спасибо, что помогали. Всем пока.